Ушли из дома, чтобы вернуться на пепелище. Сегодня утром в одной из столичных квартир вспыхнул пожар. К счастью, хозяев в этот момент дома не было. На борьбу с пламенем выехали два пожарных расчета. Однако огонь успел нанести немалый ущерб семье пенсионеров. Возгорание началось в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. Огонь заметили соседи, они вызвали пожарных. Хозяев в этот момент не было дома. Они работающие пенсионеры и живут в этом доме недавно. Так что найти их, чтобы сообщить о несчастье, оказалось очень сложно. Так мы с ними общаемся, но телефонов не знаем. Они недавно к нам переехали. Как давно живут? Года два. Сами соседи, оказавшиеся дома, высыпали на улицу многоэтажку, спешно отключили от воды, света и газа. Они как раз подо мной. Они на четвертом, а я на пятом этаже. Там старички какие-то живут, походу, не забыли что-то выключить. Скорее всего, из-за утюга. Двух соседей увезли на скорой. Люди переволновались и наглотались дыма. Пожарным понадобилось около 20 минут, чтобы потушить пожар. Хозяин приехал, когда все закончилось. Я когда увидела сразу... Ни телефона вашего нет ни у кого. Огонь полностью уничтожил вещи в одной из комнат, не пощадил документы и семейные сбережения пожилых людей. Пожарные говорят, что на кухне была открыта газовая конфорка. Однако кухня не так пострадала, как зал. Соседи предполагают, что, выходя из дома, владельцы квартиры забыли в розетке утюг. Истинную причину возгорания установят после экспертизы.